А в Нязепетровке открыли кормушку для йети, первую и единственную в мире. До этого подкармливать снежного человека никто не решался. Но сотрудники Нязепетровского дома культуры решили, леса на севере области полны диких животных. И если йети существует, то жить ему точно стоит здесь. Для кормушки выбрали берег реки Куказар. Это место привлекает туристов со всей области. И чтобы йети был благосклонен к путешественникам, его нужно вкусно покормить. Гранат. Но для него гранат это, конечно, заморский фрукт. Но вот лук он любит, капуста и хлеб. Ну, яблочки тоже уважает. Гриб вот остался с лета, не доел он. Пополнять кормушку планируют регулярно и надеются на помощь туристов. Даже если сам йети все не съест, помочь ему смогут дикие звери и птицы. А туристов будут ждать эффектные фото. Данная идея у нас возникла очень давно, примерно в 2010 году, но как-то реализовать ее все не было то сил, то возможности, то времени. И вот в этом году мы решили сделать такой необычный арт-объект под названием «Кормушка для йети». Возможно, арт-объект поможет увеличить поток туристов в Нязепетровский район.